Приветствую вас, всех уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня тема нашего видео – это описание видео. Для чего необходимо писать описание? Описание дает зрителям общее представление о содержании ролика. Включив в него правильные ключевые слова, вы сможете улучшить позиции своих видео в результатах поиска, а также увеличить время и количество просмотров. Кратко изложите суть ролика понятным языком. Описание не должно выглядеть как бессмысленный набор ключевых слов. О чем я сейчас сказал? На примере кулинарного видео я вам скажу, что не нужно писать в описании слова «кулинария», запятая, «еда», запятая, «рецепты», запятая, «вторые блюда», запятая и так далее. Так делать нельзя. Поместите самые важные слова в начало описания. Выберите несколько слов, которые наиболее точно отражают суть ролика, и добавьте их в описание и в название. Вот посмотрите, у меня самые важные слова – это субтитры в YouTube. И как видите, у меня эти же слова написаны в первых строчках описания субтитры в YouTube. Включите в описание ключевые слова, которые пользователи указывают чаще всего. Это поможет увеличить трафик из результатов поиска. Не используйте описание и ключевые слова, которые не соответствуют контенту. Это не только вводит зрителей в заблуждение, но и запрещено правилами YouTube. Количество символов в поле для описания ограничено. Вы можете ввести не более 5000 знаков. Если хотите, добавьте в описание и другие данные, например, ссылки на свой сайт и страницы в социальных сетях. Помимо информации о видео, в описании можно включить интерактивные элементы. Это позволит вам увеличить количество просмотров и привлечь на свой канал новых пользователей. Добавьте ссылки на ключевые моменты видео. Так зрители сразу смогут перейти к интересующему их фрагменту. Укажите ссылки на плейлисты с похожим видео. Добавляйте в описание хэштеги. Вот из этого всего и складывается полное описание вашего видео. Надеюсь, я вам все правильно объяснил, все доходчиво. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всем пока-пока!